И снова всем привет! Кто интересуется автомобилями с аукционов США? Сейчас мы находимся на страховой площадке Копарт в Лос-Анджелесе. И на обзоре у нас вот такая М4. Автомобиль утопленник, он плавал. Вот как выглядят следы болота. Вот автомобиль где-то вот по эту линию, да, если видно. Он полностью был в водичке. Вот так все выглядит. В принципе, знаю, такие автомобили восстанавливаются. Утопленник, да, страшно, но если электроника вся целая, я думаю, его еще можно восстанавливать. Сейчас мы сразу давайте с вами посмотрим, что творится под капотом. Пока я здесь, я вам покажу, как выглядит салон. Как присуще, да? М-классу. Это кабриолет. Вот такой вот автомобиль. Безопасность полностью вся целая, все на местах. В достойном состоянии автомобиль, но если не учитывать то, что он поплавал. Ну и самое главное, то, что под капотом. Вот такой вот здесь у нас двигатель. На первый взгляд ничего серьезного. Давайте посмотрим, что здесь вода наделала. Видите, здесь сильных следов воды не видно, только грязь, да, болото и так далее. А вот здесь мы можем увидеть, до каких пор, да, была вода. Вот такой вот автомобиль. Так вот у нас выглядит багажник. Специально для любителей М-серии. Ребят, пишите, что думаете, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, будем делать много таких обзоров. И не только таких, пишите, какие автомобили вас интересуют, будем делать для вас обзоры. Всем спасибо за внимание, с вами была компания Prime Auto, всем пока.